Сегодня мы будем с тобой отдавать вот эти вот Мюнхены. Секундом глянем что да как. Завоз уже сегодня был, но я решил сюда не идти, снимал тебе видосик. Так что по секундам глянули обстановочку, нашли пару айтемов, но таких все сомнительных, томики. Сейчас пойдем домой, кстати, оцени видосик, который я тебе только что выложил. Вот здесь вот на него подсказочка. А сейчас пойдем домой, готовиться к учебе. Потому что завтра понедельник, скоро зачеты, а учебой даже не пахнет. Поэтому давай, дружище, готовься. Мы сейчас с тобой полетим отдавать футболочку. Подружане, которая выиграла в конкурсе, заняла второе место. Также пойдем с тобой немальца прогуляемся, поболтаем, побеседуем. И, кстати, по поводу того, что теперь не будем продавать свои вещи, уж извиняй. Ну, оставим только джинсы, короче. Не знаю, тяжело сейчас, очень тяжелый период, поэтому придется завязать с этим. Ну, отдали, во-первых, подарок девчонке, ну, точнее, подарок приз. Встретили сейчас с Дмитрием, с нашим графическим дизайнером, который немножко, так сказать, решил пофилонить из-за учебы. Вы, пацаны, давайте сдавайте там экзамены, короче, крепитесь. Вот сейчас пойдем мальца погуляем, поболтаем по душам. После домой. В эту субботу, кстати, полетим в Тулу. Так что будет тебе контент. Несите необходимую сумму. Какую сумму? Вумен, ты чё? Ты понимаешь, что с каждым ударом все больше и больше? Я доволен. Надо будет еще с ноги по ней зарядить. Согласен. Все, я Ребята, доволен. Ребята, будете выебывать. Зато мне было приятно побить по этой штуке. Я всю жизнь ее искал, пацаны, всю жизнь. Ну ладно, полетели дальше гулять. Доброе утро, страна. Проснулся, значит, помирать начал. Думал, все, сегодня кони двину. В итоге, короче, сегодня мы будем с тобой отдавать вот эти вот Мюнхены. Это то, что я не знаю, за что я переживал больше всего в этой жизни. Вечная им память. Думаю, за них можно будет поставить и лайкос. Огромное тебе за это спасибо, что ты проявляешь такой бешеный актив. На мое видео, которое сделано крайне хреново, уже 1000 просмотров, и за это я тебе хочу сказать огромнейшее спасибо. Так что засниму подобное видео, более качественное, более хорошее, более лучшее. Положу тебе скоро, ну как, скоро. Здесь будет это скоро. А пока вот эти вот шляпы продавать. Огромное хочу сказать спасибо вот этим двум ребяткам, Ваньку и Пашку, за то, что они сделали репостик нашего прошлого видео. Огромное вам спасибо, пацаны. Так что, кто хочет попасть в видос, делаем репостик ВКонтакте и залетаете в видос. А мы пока погнали, давай с тобой зашнуруем матики и будем собираться в шарагу. Не хочется мне их продавать, но контент сам себя не сделает. Погнали. Уже такая многовековая история, наверное. И они уже известны просто как кроссовки, которые восстанавливали очень много раз. Но ничего не поделаешь, зато заработаю лишнюю денежку и смогу тебе снять контент. Так что в субботу намечается движ Париж, пока не буду рассказывать какой. Тульским пацанам привет. Возможно, кстати, к вам прилетим. А пока погнали в шарагу. Самый раз. Ну, если нормас, то все ровно. Подзвяжи. Вот так у людей инфаркт случается. У меня так друг умер. У нас нет пары. Сейчас посижу дома, мальца, покушаем. И поедем дальше в шарагу. За Адики жалко. Хочется плакать. Не, спасибо. А хотя, ну давай, Ромыч. Оп, да, давай, спасибо. О, тихо, куда лупишь меня? Я сейчас... Да. Короче, летели к Роману, сейчас покушаем, пойдем гулять. Тут нас встретили, так сказать, накормили. А куда, а? Вот. Так что погнали. Да, дядя, хаваем и едем. Хаваем и едем, благодарю. Едем на разборке. Едем на хипиши. Вот, я думал, что это в роще у нас там грязно. Думал, блин, там мусора пипец. А я знаешь, что смотрю тут? Просто смотри. Оп-оп-оп. Оп. Оп. А тут лес здоровенный. И вот там просто как идешь везде, он там вот. Мусор везде. Просто конченые мрази, которые вот это вот делают. Я не... Просто что у них в голове?
Просто конченые. Это только за здоровый образ жизни. Сильная нация залог успеха. На спортике, пацан, на спортике. Ну, короче, ребят, опять показуха, опять выпендрёж, хайп. Сейчас пойдем кормить уточек. Тихо, тихо, тихо. Че ты лохванитель? Роман пиздорван. Я не Рома. Как я тут? Рама. Рама. Давай наебем, наебем подписчиков твоих. Короче, смотри. Я сейчас типа тебя снимаю, да? Да. Снимаю твое лицо, и ты так типа. Давай. Давай. Я тебя снимаю. Вот. Раз, два, три. Ну что, все. Куда мы идем? Мы идем кормить уточек, подниматься на хайпе, да. Хайпиться, получать лайки. Я хайп. Смотрит. Я столько снега нахайпил. Фу, она в блохах. Фу. Смотри, какая хорошая. Привет, слушай, дружище, в общем, дали мы сегодня с тобой эти адики. Какие адики? Мы сейчас с тобой полетим на тренировочку. Ага, и хотелось бы сказать пацанам, это Рабазану и Сереге Котову. Они... Рабазан угадал по поводу цитатки, которую вечно говорю. Это «Кто не курит и не пьет, ровно дышит, сильно бьет». А по поводу барсеточки, Серег, как всегда, это тема, которая затрагивает меня от и до. Мое сердечко колется от услышанных слов. Но ничего, когда-нибудь эта барсеточка будет у меня. А пока погнали собираться. Опа! Ну все, в принципе, собрались. Погоди, чего-то не хватает. Опа! Вот так гораздо лучше. Все, погнали. С твоего позволения, бананчик покушаю, мальца. Перед тренировкой надо зарядиться небольшой энергией, поэтому... Пусти. Он хочет филонить. Короче, вот этот молодой человек хочет профилонить, не пойти на тренировку. Вот есть... Ну, молодые, понимаете, когда вы только что покупались, вы очень сильно устали, и тут Саня зовет вас на тренировку. Надо, и надо, надо. 81-й. Что? Сам, ты одевался полчаса? Я не одевался. Когда я одевался зимой? Ничего подобного. Я зимой всегда вовремя приходил. Ну, врёшь и подписчиками. Ладно, мы погнали потренируемся. Сейчас сниму тебе пару моментов. Хороший тренировок. Все. Будни Барыги канал. Заходим, подписываемся. Годный видосик, все четко. Нормальный пиар, нормальный. Я напишу про депрессию, целый дом приколи мне. Как улыбаться научился через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из виду. Я напишу про депрессию, целый дом приколи мне. Как улыбаться научился через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из виду. Кто не курит и не пьет, ровно дышит, сильно бьет. Типа тебе говорю, в бартере вообще ничего не получается. А именно кинуть сам видишь, но тут более-менее. Я видел. Ничего, научимся. Все, теперь давай домой. Тренировались. Сейчас домой, а теперь в добрый путь. Опа. Свежий воздух, старина. Да, это классно. Молодые, будьте людьми. Да. Будьте просто людьми. Вот это мы с тобой презираем. Дружище, вот наше видео и подошло к концу. Спасибо тебе огромное за просмотр. Знаешь, я бы тебе хотел сказать, наслаждайся моими видео, как я вот наслаждаюсь тем, что ты их смотришь. Погружайся в них. Представляешь, что ты идешь рядом со мной, и мы болтаем, мы куда-то идем по делишкам, гуляем просто вместе и кайфую от этого. Спасибо тебе еще раз большое за просмотр. Наша фраза: кто не курит и не пьет, ровно дышит, сильно бьет. Хорошего тебе вечера.